неба опускаемся в пучину морскую, Балтийскую. Береговые войска Балтийского флота разгромили на земле и в небе противника, на сей раз условного, конечно же. В Калининградской области прошли тактические учения с участием танков, гаубиц и реактивных систем залпового огня. На стрельбы, в частности, вышли грады последнего поколения. Ракетные снаряды накрывают площадь больше 6 гектаров. Точность попадания зависит от слаженной работы расчетов наследника легендарных «Катюш». Четвертому! 43-57. 43-57! Отметиться по мусоли! В стрельбах приняли участие около 1000 военнослужащих, свыше 70 единиц техники. С воздуха действия береговых подразделений Балтфлота поддерживали самолеты и вертолеты морской авиации. Условия, максимально передающие боевую обстановку. Они инсценированы на полигоне Павенково. Учебный бой для мотострелков командиры специально усложняли вводными из пункта управления. Например, был применен условным противником удар авиации, а затем артиллерии. И также в бой пошли вражеские средства радиоэлектронного подавления. В квадрате 45-052, 46-018 обнаружена минометная секция противника. Thank you.